Объезд представителей администрации по социальным объектам начался с поселка Нагорное. В ЖК «Датский квартал» идет строительство целого образовательного комплекса – школы и детского сада. Дошкольное учреждение возводится по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Таким будет новый сад, который будет отвечать всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей. Его площадь составит порядка 7 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день завершены монолитные работы. Строители выполняют кладку стен и перегородок. Также рабочие приступили к кровельным работам. В новый детский сад смогут пойти 510 ребят. 22 группы. 6 ясельных. И они находятся на первом этаже. На первом этаже также находится пищеблок. На втором 8 групп. В усиленном темпе идет и строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников. Сейчас выполняются монолитные работы. Коробка конец февраля. Монолит конец февраля точно. Попробуем контур закрыть конец февраля. Ну и в середине будем кладку делать. Ввести в эксплуатацию образовательный комплекс планируют в новом учебном году. Комиссия осмотрела еще один социальный объект в ЖК «Мытищи парк». Это будет современное образовательное учреждение с двухуровневым актовым залом с амфитеатром. Школу на 1100 учеников строит группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории. У нас здесь 6 эскалаторов стоит. Значит, окопный клаван закончили полный паркет. Сейчас один башенный кран установили, и до 15 числа мы поставим второй башенный кран, чтобы потом все уже производственное поле. Это первая из двух строящихся школ в ЖК «Мытищи парк». Еще одну на 850 мест возводят параллельно. Какая у вас будет первая, какая вторая, вопрос не в этом. Главное, чтобы она была, и чтобы мы могли снять нагрузку с 9 школы, которая у нас есть на сегодня. Вот это наша как бы самая основная задача. Тем более все документы у нас с вами получены. На территории школ обустроят зоны для занятий спортом на свежем воздухе. Завершить строительство планируют в 2025 году. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.